Всех приветствую на своем канале, и сегодня будет небольшое видео, посвященное кактусам. Многие мои подписчики спрашивают, почему я не показываю кактусы. Но не всегда бывает у меня возможность и время всех их снять. И тем более цветут они обычно то один отцветет, то второй. Но в этом видео я собрала несколько сюжетов, где я покажу, как же они все-таки у меня цвели этой весной. И начинает эту эстафету вот такой красавчик. Название я подписываю внизу для тех, кто, может быть, захочет купить этот кактус, потому что у этого кактуса и тело тоже очень красивое, не только цветы, но цветы просто великолепные. Они и ароматные, но и по сравнению с его телом очень большие. Этот кактус я покупала 1,5 года назад и, конечно, не знала, как он у меня зацветет. Это его первое цветение, и мне очень он понравился. Очень красивый экземпляр. Цветет еще вот такой красавец. Он не ароматный, но цветет на протяжении всего лета. Очень яркие, совершенно правильные цветы желтого цвета. Маленькая ревуция расцвела сразу, три цветка выдала. Разнообразие кактусов впечатляет, и, конечно, на любого любителя, на любой вкус можно подобрать себе кактус. Ну, а это мои камни живые. Они полиняли и размножились. Цветет уже синингия. Уже даже некоторые цветочки у нее отцветают. Это такое красивое сочетание ее вот этой нежной листвы, мягкой, и вот этого розового цвета. В позапрошлом году я ее пересаживала в больший горшок, и в прошлом у нее не было такого цветения обильного, а в этом году прямо вот ей все нравится. Покажу ее и с другой стороны. Вот такая крупная она уже стала. Сейчас я ее поливаю почти каждый день, потому что она все время выпивает. Цветение требует того. Может быть, в этом году я ее все-таки опылю, чтобы получить семена. Интересное растение. Здесь отцветает уже пасхальный кактус. Он был просто весь усыпан цветами. Очень нравится мне его форма цветка. Вот, например, если брать декабрист, он такой вот, ну, не такой красивый вот на мой вкус. Этот мне нравится больше. Расцвела сегодня вот такая красавица. Это у нас матукана. Альбовая форма. Матуканы — это вообще особая моя любовь. Также у меня есть красная, но пока она не цветет еще.
Очень красивые цветы. Их форма, в общем, великолепное растение. Эхинопсис гибридный тоже у нас зацвел необыкновенного такого цвета. Я давно искала именно оранжево-желтый. Распустилась вот такая красота у нас. Целых 5 цветов вместе. Настоящий букет. Сам по себе кактус небольшой, но цветет вот такими крупными цветами. Название, как всегда, внизу. И здесь у меня стоят кактусы, те, которые не очень любят яркий свет, то есть солнце яркое. Поэтому они у меня стоят у меня все время в притенении. И вот этот красавец, очень тоже капризный, но цветет каждый год. В этом году у него не очень много цветов, как в прошлом. И вот он тоже очень не любит, когда его вертят. Вот если повернешь немножко его, он начинает отсушивать свои бутоны. Поэтому я стараюсь его не трогать, когда у него завязываются они. Вот такая тоже красота у меня распустилась. Лобивия. Очень много цветов. Вот эти кактусы цветут вообще бесподобно. И в течение лета потом они цветут как бы 1-2 бутончика, они так обильны, как весной. Имеет небольшой аромат. И вот здесь вот уже отцветает. То есть бутон, он держит где-то 2 дня. Заканчиваю свою подборку. На последних 2 кактусов, которые сейчас цветут. Конечно, лето у нас только начинается, и кактусы будут цвести. Еще впереди некоторые кактусы, которые цветут только летом. И, конечно, может быть, я еще сниму видео летом о цветении моих кактусов. Ну, а вот гвоздь сезона из кактусов у меня вот этот красавец. Распустился он сегодня. Кактус этот я приобретала в прошлом году осенью, и он очень не хотел укореняться, но в конце концов все-таки укоренился, и уже у него даже прирост есть. И мало того, цветение. Просто потрясающий вид. И вот у него вот такие красивые цветы, как тарелки они раскрылись. Он очень любит яркое солнце. Когда солнца мало, он раскрывается не так широко. У него цветки такие не очень раскрывшиеся. Я постараюсь его опылить, потому что знаю, что эти кактусы очень много любителей, кто хотел бы иметь. Вот такая прелесть. Я вам желаю солнца и тепла. И встретимся на моем канале очень скоро. До встречи. Пока-пока.